Ребят, меня зовут Лиана. Я мама Ремельчика, который 2 года назад победил такое заболевание, как онкология. Сейчас мы находимся в ремиссии. Ремельчику нужно постоянно дорогое обследование и консультации. Все мы обратились за помощью в благотворительный фонд «Ксения спасает жизнь». Мы безмерно благодарны за вашу помощь, за вашу поддержку, за то, что вы есть, что помогаете нуждающимся людям, особенно деткам, в такой сложный для нас родителей, родственников момент. От всей нашей семьи мы выражаем вам огромную благодарность. Спасибо, что вы есть. Спасибо за помощь. Низкий вам поклон.